Сыновья ненависть. Школьник зарезал своих родителей и сбежал на поезде. Родители нашли в коридоре. Ножевые ранения, назреваемый сын. Честно говоря, ну просто не представляю, что может такое подвигнуть, там убить отца или мать. В школе плохого слова о нем сказать мы не можем. Поэтому что такое он совершит, это немыслимый поступок. С особой жестокостью подросток расправился с матерью. О причинах и задержании сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.